Всем привет! Сегодня у нас токарные работы. Сейчас покажу. В общем, вот эта часть кондиционера внутреннего блока. Ну, не нашел я в нашем городе вот такого размера. А ждать, пока пришлют, это больше, чем неделя. Клиент не хочет терпеть. Что вот здесь резинка. И должна быть впаяна в резину вот эта втулка. Вот это сломалось, втулка внутри там. И мы пытаемся сейчас выточить другую втулку, чтобы она плотно вошла в эту резину. Что из этого выйдет? Ну, надеюсь, что не будет проворачиваться. Мы сделаем с запасом плотно, чтобы она села. Резину использовать обязательно, потому что ну, оно идеально не центруется и большие обороты. Вот что мы делаем. Мастранду ту трава. Ahora sí, muestra. Здесь все есть. Вот кто здесь есть. Что такое? Да, да, да. Здесь называется личон, молочный поросенок. Здесь любят собак. Вот на этой Париже готовят собакам жрать. ¿Quieres saludar a tu novia, Руса? А, sí. Todo bien. Я ему рассказал, что... Что одна подписчица отзывалась о нем положительно, что хороший дедок. И он так озадачился, что теперь хочет ехать в Россию или... Спрашивает, когда приедешь сюда? Pero tu esposa? Говорит, неважно, что есть жена, он хочет еще. В общем, se llama viejo vicioso, se llama. Ah, sí. Ну, vicioso, это значит... Pero, che, ну, пойду mostrar todo. No, ладно. Всем привет из солнечной Аргентины. Коротенькое видео про токарные работы было.